Так, второй день. Были произведены работы по демонтажу. Как вот видно, уже даже разбит первый ряд. Вот этот проем на дверь. Это вот здесь простенок будет. Также вот здесь уже, вот, как видно, уже стенка заканчивается здесь. Вот мы его немножко продлили. Коридор стал поуже, комната пошире, соответственно. Дверь сместилась. Была, соответственно, вот одна сторона дверей заканчивалась вот здесь. И опускалась. Вот мы его немножко сместили, как видно. Также вот был произведен монтаж еще одной стены, которая примыкается к существующей уже по просьбе заказчика, чтобы сравнить с колонной. Вот. Собственно, все.